Главное событие года – косплей Stargaze. Макс, выключите, наконец, эту дурацкую игру. Приветики, пистолетики! Папа олень! Точно, папа олень. Макс будет у тебя проситься в Новый год на это свое компьютерное сборище. Не вздумай с ним ходить. Ну, мам, только через мой труп. Это мое главное детище. Ты 7 лет работал над тем, что уже 10 лет продается. А если мы устроим гонки на дронах? Выиграю я, идем на косплей. Поехали! Нового года, тетенька! С Нового года, мальчик! Ты как тут оказался? Гоните двадцатку. И из-за этого я не пойду на косплей? А что у вас вообще здесь происходит? Короче, у меня есть план. Предлагаю подарить моего папу. Так кофе мне еще никто не приносил. Я думал, тебе ментам это нравится. Он завалит всю операцию. Я хочу пригласить тебя на бал. Я тебя совсем не знаю. Отлично. Ну, я с вами, все супер. Завтра встречаемся. Хочу тебя огорчить, но я не могу. Все по моей команде. И она запомнит это на всю жизнь. Мне кажется, что в жизни нет ничего важнее, чем твоя компьютерная игра. О, привет! Мой папа не подарок. Тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит. Мама любит монатика. А это кто?